Всем привет из солнечной Болгарии. Сегодня ходили в спа нашего отеля, ходили в хамам, ходили в турецкую баню. Что со мной было, позже немножечко расскажу, поделюсь. Как оказалось, я пока территорию изучаю, смотрю, что где здесь. Как оказалось, у нас отель находится в жилом квартале, так можно сказать. Жилой райончик перед началом Святого Власа. И здесь нет прогулочной улицы, от чего я поняла, что буду жутко страдать. Теперь опять начинаются новые страдания. То есть прогулочная улица, нет нормального отеля и выхода к морю. Сейчас есть прекрасный отель, прекрасный вообще пляж прямо около отеля, но нет прогулочной улицы. Ну, как всегда, женские капризы. Сейчас мы пришли, да, и рядом очень мало ресторанов. Очень мало ресторанов, а так как у нас нет своей кухни, поэтому нам приходится идти покупать или в супермаркете что-то поесть, или же куда-то в ресторан. Вот мы сейчас забрели в жилой комплекс. В ресторане понятно, что народа никого, ну, буквально вот, может быть, те жители, которые здесь купили квартиры или снимают на лето квартиры. Очень здесь все благоустроено для тех, кто живет. Для тех, в общем, если купили квартиру, здесь для детей рай. Все закрыто, внутри бассейн, лежаки стоят. Сейчас тучи вот пришли, и дети, я смотрю, прям вот играют здесь. Может быть, взрослые отдыхают, допустим, и они спокойно за то, что дети у них вот здесь вот тоже играют в закрытом дворике с бассейном. И, может быть, есть какая-то площадка, чтобы дети могли покачаться на качелях. Вот мы заходили в другой ресторан, но он закрыт. Видите, в отражении окна видно бассейн. Сейчас я вам немножечко покажу, как выглядит этот жилой комплекс. Значит, что мы заказали? Я здесь страдаю от того, что нет, как в Москве, кофеен. И как мы всегда ходим со стаканчиком кофе, здесь это... большая проблема, я так поняла. Вот сейчас я попробую здесь кофе, заказала латте. Ну, вкусно, вроде бы вкусно. Вроде бы вкусно. Так, ну ладно. Значит, во-первых, что мы заказали? Я заказала себе тортик, сейчас я его как шлепану себе на это самое, на грудь. Смотрите. Домашний болгарский торт. Ясно. Еще один дубль. Сейчас я бум сюда. Тихо-тихо, все-все, я все нажала. Пока не нарвешься, итак, мне кажется, это... Я все думаю, сейчас я на этот тортик, как в фильме, так раз, мне достаточно сюда шлеп лицом. Короче, болгарские тортики, самые вкусные тортики на свете. Вы посмотрите, какой крем-торт, кофе. У меня здесь все наоборот. Перед тем, как поесть, пообедать нормально, я хочу кофе выпить с кусочком тортика. Ну вот я люблю так. Мы заказали язык в масле чесночном, мы заказали баранину с рисом, и мы заказали один шопский салат, и еще на пробу, не на пробу, да, на пробу. Здесь уж какой-то дефицит с кашкавалом. Мы куда не зайдем, мы спрашиваем кашкавал, а в результате кашкавала вообще нет. Но они сказали, что... Так, я перейду на другое место. Короче, кашкавал сказали, что смогут для нас специально приготовить. И заказали одну порцию, попробовать, вкусно или невкусно. Что еще мне приглянулось в этом ресторанчике? В жилом комплексе, то, что здесь есть собственный магазин. Сейчас вот я схожу, посмотрю, может быть, ну, что там продается вообще. Сейчас. Чипсы. Чипсы. Разные. Так, ну все, маленький магазинчик, все здесь необходимое для того, чтобы, как говорится, купить
принять душ, помыться, вот всякие болгарская роза, косметика, орешки. Эти вот миндальные орешки, они такие вкусные. Здесь они стоят 3,50. Ну, кстати, как у нас в номере по прайсу. И мне понравились козинаки. Вот эти мои любимые орешки. Здесь они 92 стотинки стоят. Так. Чипсы, вода. Ну, это минимальный ассортимент. Печенье. Так, чайку попить. Какие-то. Ну, вот это вот. Вот такое печенье. Я очень люблю вот такое печенье. Кофе. Стоит 3. Цена 3 лева 36 стотинок. Так. Это всякие сласти. Халва, кстати говоря, халва. Колбаска. Есть сыр. Да, здесь есть гауда. Да, и польский. Вот польскую гауду я сейчас куплю однозначно. Я даже рада, что я сюда зашла. Вот еще гауда есть. Но это гауда с какими-то травами. Вот чеддер 4,15 лева стоит. Это 3,25. Ну, сейчас я подумаю, посмотрю, что это такое. Эмментал. Так, ну-ка, вот этот что за сыр? Это кто делает? Не вижу. Вообще я покупала, что он был итальянский сыр. А это Германия. Вот этот вот. Возьму тоже. Сейчас я посмотрю, нет ли здесь красителей. Я же придираюсь к сыру. И тогда сыр у нас будет куплен. Дальше колбаска. Всякие разные колбаски, яйца. Так, вот это. Кебабчики. Ну, так как все квартиры, естественно, с кухней, то все ходят в Меркурий в магазин. Ну, здесь есть хлеб, приправы. И все, сласти, сласти, сласти. Смотрите, какая баранья нога с рисом, с соусом. И как красиво принесли на тарелке. В общем, как красиво принесли это все. Здесь уже кашкавал. Ну, что-то он тоже не сильно расплавленный. Шопский салат уже доедается почти. И вот у меня на тарелке язык. Язык, ребята, здесь язык просто сумасшедший вкус. Вот смотрите, вот так выглядит внутри этот жилой комплекс. Бассейн. Какая красота. Бассейн такой голубенький. Народ отдыхает, купается. И тут же ресторанчик. Ручка на нас движется. И даже немножечко капает дождик. Псувай, жена, ты можешь, да, и в кулак. Здесь по разговору, здесь в основном болгары, я так поняла, но русской речи мы не услышали. Так что каждый комплекс может быть, ну то из Украины, вот украинские номера стоят, вот украинские номера, Болгария, сербские номера, видите? И вот ворота открыты, указатель, что здесь есть ресторан, и ресторан работает до 10:30 вечера, а как он называется? Панорама. Вот такое вот название «Панорама». Маленькая палаточка с арендой машин. Можно арендовать велосипеды. Здесь палатка с овощами и фруктами. Вот туда вот вниз мы идем и выходим на наш отель, где мы живем. Здесь пустырь, ничего не застроено. А так вот по кругу, в этом районе, где мы остановились, в основном жилые комплексы. Вот еще один жилой комплекс. Тоже здесь территория. Вот видите, за заборчиком. Вот территория. Также бассейн. Также вот детская площадка. Это розочки. Хочу вам сказать, это мой первый выход в Святом Власе, в город. Я иду встречаться с подругой. Да-да, не удивляйтесь, все наши здесь. Значит, сейчас у меня маршрут. Я иду по прямой до, от нашего отеля до Меркурия. Дальше налево. Изучаю территорию. И вы вместе со мной, кто отдыхал в
в Святом Власе. Ставьте лайк. Ну а кто еще здесь не был, значит, оставайтесь со мной. Я думаю, что вам будет интересно узнать что-то новое про Болгарию. Вот там внизу море виднеется, а я иду вверх. Значит, я сейчас иду вот в сторону, вот Меркурий, перехожу на ту сторону и иду по прямой, никуда не сворачиваю, до другого супермаркета. Не запомнила его название. Вот смотрите, дельфин, творческие занятия для детей в комплексе Star Trams. Я уже подумываю, может быть, мне подать на следующий год заявку для того, чтобы здесь с детьми заниматься все лето. А что, неплохая вариация. Переход. По пешеходной дорожке идем в сторону, вот туда, в сторону горы. Смотрите, какое голубое небо. Сегодня 28 градусов. Теплая, даже жаркая погода вернулась на этот берег Черного моря. А в деревне Гадюкино опять дожди. Слушайте, на улице, ну, у нас в Москве вообще дожди, 18 градусов. Ну что это за лето? Кошмар, а не лето. Чашечку кофе заказала и чизкейк. 8 левов, грубо говоря, 220 рублей. Ну, посмотрите, как красиво подают. Прелесть. Да, и вот еще морковный сок. Это только начало. А позже, да, оранжевое с оранжевым. А позже будет у нас великолепный ужин. Только надо немножечко подождать. Номер программы сегодняшнего ужина, смотрите, на тарелке кальмар, целый кальмар с чем? С лимоном, чесноком и чушками. Ну, с какими чушками? Чушки это... А, перчики вот эти вот, видите, перчики дайте такие. Дайте мне вот они, перчики. Вот это интересный салатик на подушке из рукколы или из шпината? Значит, на подушке шпината обжарен козий сыр и какая-то... А, это вот это вот черненькое сверху сейчас. Это зеленый инжир. Показать немножечко обстановку. Смотрите. Наверное, не видно будет. Вот это вот все большое вишневое дерево. Вот прям вишня надо мной. Вот она, вишенка, видите? Вишня прямо надо мной. А мы сидим как будто в беседке, то есть от посетителей, прям вот здесь вот как беседка, вот это, как беседочка. Там столики. Мидии в чесночном соусе и с маслом. Я думала, просто без шкурок вот этих вот будут, без ракушек. Вот. А они с ракушками принесли. Ну ладно, будем сейчас есть, с ракушками, пробовать. А это называется мидии с черупками. Черупки. Черупки это по-болгарски? Черупки это, да, эти... Черупки по-болгарски. Вот лимончик у нас. Грибы какие красивые. Вкусно? Очень даже. Мне принесли рыбку. Так, что? У нас сегодня замечательный вкусный ужин. Мы уже закончили нашу вечернюю трапезу. Уже вообще все уходят, потому что 0 часов. Ресторан закрывается, уже столы убирают, вот болгарские тарелочки. И мы сейчас тоже пойдем или гулять дальше, или же мы пойдем уже домой спать. А вот это вот олеандр, очень хорошее дерево в плане энергетики. Так выглядит все. Здесь здорово, прям вот посмотрите. Сверчки. Домик какой. Вот это вот, вот этот цветок я очень тоже люблю. Посмотрите, здесь какой домик.